Мы выполняем свою посредническую функцию добросовестно и, мне кажется, качественно. Мы приветствуем те политические контакты, которые были и состоялись в ближайшее время, в последнее время между Ереваном и Баку на различных уровнях. Мы слышали те конструктивные оценки, которые давали сами столицы по этому поводу. И мы считаем, что это правильный путь продвижения вперед.